А по оперативным данным районных отделов сельского хозяйства, на 23 сентября скошено более 2 миллионов гектаров. Это 63,4%. Хлеборобы области засыпали в закрома более 2 миллионов 258 тысяч тонн зерна. На косовице зерновых лидируют районы Макжана Жумабаева 82,3%. Неплохие темпы и у акаинцев 70,4%. Замыкают тройку лидеров кызылжарцы 67,3%. С отставанием идут районы Тимирязевский и Акжарский. Средняя урожайность по области составила 14,3 центнера с гектара. Собирают аграрии региона активно и урожай масленичных культур. Они скошены на площади более 233 тысяч гектаров. В среднем с гектара получают 11,3 центнера. Что касается картофеля, то он убран на площади 24,9 тысяч гектаров. Урожайность составила 183 центнера. А вот овощей в среднем с гектара собирают по 257 центнеров.